Участники клуба «Элохимы», кроме спортивной деятельности, также активно занимаются творчеством. На концерте каждый представил свой номер. Кто-то спел, кто-то сыграл на музыкальных инструментах, другие прочли стихотворение. От имени главы администрации коллектив клуба поздравила Наталья Лапшина. Уважаемая Нина Владимировна и все члены клуба «Элохимы», от всей души поздравляю вас и членов местной общественной организации спортивно-досугового клуба «Элохимы» города Кумертау с 25-летним юбилеем. Но кроме поздравительного адреса, я хотела бы озвучить подарок от главы администрации. Это музыкальный центр, подарок клубу «Элохимы». Он в город поступит только в понедельник, и Нину Владимировну мы ждем за этим подарком. За 25 лет своего существования члены клуба «Элохимы» не раз принимали участие в творческих фестивалях, городских спортивных соревнованиях и состязаниях республиканского масштаба, занимая достойные призовые места. За достижения в различных направлениях участники клуба были награждены дипломами и памятными подарками. Поздравили гостей и творческие ансамбли города. Они подготовили для элохимовцев музыкальные номера, подарив им массу положительных эмоций и хорошее настроение. Огромный вклад в развитие спортивной деятельности в клубе был внесен Ниной Лариной, председателем клуба «Элохимы», являющейся также заслуженным тренером Республики Башкортостан. В организации она работает методистом-инструктором. Знаете, вот за 25 лет уже многих с нами нету. Все-таки мы инвалиды, и вот такие праздники нужны, чтобы собраться, пообщаться, друг друга увидеть. Ведь у нас некоторые уходят из спорта, и все, они уже в клуб приходят очень редко. Мы только встречаться можем вот на таких праздниках. Поэтому вот такие праздники обязательны, чтобы увидеть, пообщаться, спросить хотя бы. Клуб «Элохимы» помогает молодым людям с нарушением опорно-двигательного аппарата не замыкаться в четырех стенах, развиваться физически и творчески. Родители во многом поддерживают деятельность клуба, принимая участие в коллективных мероприятиях вместе с детьми. Без клуба нам было бы неинтересно жить, конечно. Мы очень много занимаемся там на тренажерах, и спортивные мероприятия у нас проходят. Мы участвуем с сыном везде, я уж вынужден участвовать, ну и с удовольствием это делаю. А вот такие праздники, сегодня концерт, прекрасный концерт. И посещаемся, народу много, и все с настроением, с удовольствием все выступают. И просто здорово, что есть такие праздники, это наш стимул, это наша жизнь. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».